Международный женский день оказался очень богатым на нетрезвых ездоков. За выходные в городе Иваново сотрудниками ГИБДД были проведены две массовые проверки водителей. Накануне праздника и сразу после него. Выяснилось, что активнее всего 8 марта отмечали водители-мужчины. Причем зачастую именно виновниц торжества обвиняли в своей пьяной езде. Результаты трехдневных проверок впечатляют. В целом за праздничные дни, то есть это начинает день пятница, суббота, воскресенье и понедельник, было составлено сотрудниками госавтоинспекции 26 административных материалов. Из них за управление транспортным средством в состоянии опьянения 18, и 8 граждан отказались от прохождения свидетельствования на предмет выявления признаков опьянения.